муниципальное образование Вурнарское городское поселение Вурнарского района Чувашской Республики представляет проект комплексной застройки территории «Расширяем границы привычного. Пространство для людей, пространство для жизни» на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Поселок городского типа Вурнары – административный центр Вурнарского района Чувашии, расположен в центральной части республики. Площадь населенного пункта – 78 квадратных километров. Численность населения – более 10 тысяч человек. 19 июня 2014 года в рамках 7-го Чебоксарского форума «Регионы России. Устойчивое развитие» было подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашской Республики, администрацией Вурнарского района и фирмой «Август». Подписи на трехстороннее соглашение поставили премьер-министр Иван Моторин, глава администрации Леонид Николаев и генеральный директор Александр Усков. Необходимость реализации муниципальной практики возникла в связи с отсутствием благоустроенных мест отдыха и занятий спортом для жителей западного и центрального микрорайона поселка. По инициативе людей с активным участием крупнейшего предприятия фирмы «Август». Реализация проекта состоит из двух этапов. Строительство объектов первого этапа заняло 4 года. С 2014 по 2018 годы в поселке Вурнары построен ряд социокультурных объектов с качественной инфраструктурой. Футбольное поле с искусственным покрытием. Плавательный бассейн. Фитнес-центр. Спортивно-тренажерная, баскетбольная, теннисная, волейбольная, хоккейная площадки. Беговые дорожки, веревочный городок, сценические и детские площадки. Открыли парк здоровья и отдыха «Август». На перспективу завершено проектирование объектов второго этапа. Общий бюджет реализации первого этапа проекта «Расширяем границы привычного. Пространство для людей. Пространство для жизни» составил более 326 миллионов рублей. Из них бюджетных средств – 11 миллионов. Стоимость объектов второго этапа в рамках проектной документации составит более 1 миллиарда рублей. Масштабное строительство и благоустройство территории поселка Вурнары получило широкую поддержку местного населения. Среди гражданских инициатив – организацию субботников с привлечением техники предприятий, изготовление арт-объектов, элементов зон отдыха за счет собственных сил и средств, благоустройство клумб с приобретением рассады, высадка зеленых насаждений и газонной травы силами школьников, активных граждан и трудовых коллективов. Детьми ведется подкормка птиц и рыб на благоустроенном водоеме. В перспективе реализации второго этапа проекта – заключение концессионного соглашения с фирмой «Август» на спортивный объект «Стадион Химик» по его содержанию и дополнительному усовершенствованию, вовлечение федеральных и региональных финансовых средств для строительства и капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры поселка Вурнары, обустройство парка культуры и отдыха Восточного микрорайона, а также исторического центра поселка «Сквера памяти» к 75-летию Великой Победы. Строительство школы на 1000 мест. Завершение строительства биологических очистных сооружений, которые начаты в 2019 году в рамках федеральной программы «Чистая Волга». Мечта не работает, пока не работаем мы.